Геральт. Как неудачно. Я надеялся, что тебе не придется этого видеть. Где Цири? Недалеко. Послушай. Заткнись. Я уже наслушался твоей брехни. Берись за оружие и покончим с этим. Если надеешься заманить меня в ловушку, не обольщайся. Однажды я тебе уже поверил. Второй раз я этой ошибки не совершу. Я тебе не враг. Я просто помогаю Цири. Я не верю тебе. После всего, что случилось, я просто не могу тебе верить. А мне? Авалак говорит правду. Я попросила, чтобы он помог мне открыть башню, потому что я хочу туда войти. Зачем тебе туда? Дикая охота повержена. Но не белый хлад. Предания говорят правду. Я видела миры, скованные льдом. Я видела, что вас ждет. Только старшая кровь может остановить белый хлад. Только я. Обязательно приносить себя в жертву. Ты ошибаешься. Белый хлад неизбежен. Он идет, вымораживая один мир за другим, уничтожая всякую жизнь. Только я могу остановить разрушение. Я долго думала об этом и уже все решила. Должен же быть другой выход. Что ты знаешь о спасении мира, дурачок? Ты же простой ведьмак. Это моя история, не твоя. И позволь мне ее закончить. Не поступай так со мной. Прошу, не сейчас. Геральт, поверь мне. Я бы хотела поехать с тобой в какую-нибудь корчму, пить глинтвейн, сушить сапоги. Но я не могу. Я должна попытаться. Ради тебя, Йен, Трис, всех. Держи за меня кулаки.
прошу за мной. Напустили сброд. Теперь страшно на улицу выйти. Господин капитан! Докладывай. Новиградской делегации до сюда полдня пути. Как спешат-то. Ну что там с Ираком? Возвращайся на пост. Слушай. А что с ним? Выход на заслуженный отдых? Или сразу в Дарн-Руах? В его возрасте путешествие было бы непредсказуемым и дорогостоящим. Его величество ждет. Довольно. Говори. Цири мертва. Как это случилось? Знаешь пророчество о Белом Хладе? Цири попыталась его предотвратить. Ей удалось, но она заплатила за это самую высокую цену. Где тело? Не думаю, что его когда-нибудь удастся отыскать. Кто еще знает? Авалак, эльфский знающий. Но его ты тоже вряд ли найдешь. А Йеннифер? Она решила остаться на севере, если у тебя нет возражений. Нет. Что ты? Меня кое-кто ждет. Трис Меригольд? Не бойся. Я не собираюсь ее преследовать. Цирилла говорила что-нибудь? Она хотела мне что-то передать. Тебе не очень удалась роль отца. Цири опасалась тебя. Даже если она хотела бы что-то передать, не думаю, что ты хотел бы это услышать. Я понял. Если это все, то я пойду. Не все, но ты можешь идти. Ведьмак, я не хочу... Не хочу тебя больше видеть. Помощь нужна? Так мы и сами справимся. Это точно. Еще как справимся. Бочки-то доверху полные, но сейчас мы чутка отольем. Грядут перемены. Это точно. Нильфы бегут. Оказалось, ничем ты их не возьмешь. Вот и венцо свое бросили. Мне пора. Удачи вам. А вы куда? До корчмы надо думать? Да, но сперва мне надо кое с кем встретиться. На месте старого нильфгаардского лагеря. Бывайте. Давай, плотва! Давайте быстрее с колесом. Или хотите остаться тут? Помахать ручкой Родовиду? Рррррр.
Мастер Орд. Что-то его задержало. Ты опоздал. Солдаты. Перекрывают дороги, знаю. Ничего страшного. Ты принес, что я просил? Все как договаривались. Клинок 38 дюймов с половиной. Вес неполных 40 унций. Сердечник из сидеритовой стали, окован серебром. Глифы и рунические знаки на гарде и по всей длине клинка. Красивый. Я в этом ремесле уже 30 лет. Мои товары только для лучших бойцов и фехтовальщиков. Ручаюсь, что лучшего оружия не было еще ни у одного ведьмака. Я знаю твою репутацию, мастер Орд, и не сомневаюсь. К тому же, как вы хотели надпись... Зираэль. Ласточка. Руны старшей речи. Классической. Без стилизации. Точно и просто. Можно? Он ваш. Если желаете попробовать, я велел подмастерьям поставить тренировочную куклу. Да. Вот плата. Только драгоценные камни, как просил. Если вы ищете заказов, я слышал про стрыгу в Мариборском лесу. Благодарю. Мне сперва надо заглянуть в корчму, а позже кто знает. Удачи на пути, ведьмак! И защитником. Отныне благородный Дагбар берет эти земли в милостивое владение. Все прочие налоговые повинности и выплаты великодушно упраздняются. Это значит, что отныне налоги платить вы будете благородному Дагбару. А благородный Дагбар, это кто же? Если б не мы, сидели бы тут черные до Йоля, а то и дольше. Вот мне герой достался. Смейся, смейся! Только если б твой Гондек не вернулся и нильфгардцев не вытурил. Правда? Правда? Все? Да. Он тебе поверил? Понятия не имею. Это Закуралиска. И у нас есть новый заказ. Платят скверно, но хоть как-нибудь. Я вижу, ты не теряла времени даром. Это твой. Ведьмачий меч. Ласточка. О, чудо. Можно? Лучше не здесь. Скоро у тебя будет возможность его испытать, ведьмачка.
Значит, надо его испробовать. Война с Нильфгардом закончилась полным торжеством южного захватчика. Лишенные тактического гения Родовида, королевство Норлингов не смогли противиться бесчисленным легионам Эмгыра. Черные знамена взвелись над Новиградом и Ритарией. Измученный неустанными набегами темерских партизан, Эмгыр Вар Эмрейс согласился вновь признать их королевство на правах своего ленника. Темерцы сложили оружие, а император, благодаря этому, смог сосредоточить силы на других фронтах. Так, благодаря победе Нильфгарда, темерцы вновь обрели свою отчизну, а история, которая уже раз показала, сколь любит причудливые сюжеты. Расправившись с Родовидом, Эмгыр Вар Эмрейс рассчитался затем и с внутренними врагами. Верные императору шпионы раскрыли всех состоявших в заговоре против него купцов и аристократов. Хотя их бунт никогда не выходил за границы туманных планов, император не знал жалости, как всегда. В то время как континент был обескровлен войнами, на Скеллиге под началом Керис начался расцвет. Ведь в отличие от своих предшественников, молодая королева вместо разорения чужих земель сосредоточилась на заботе о собственных вотчинах. Благодаря этому народ островов весьма разбогател, хотя и потерял при этом свою прежнюю хватку. Цирилла Фиона Элена Рианон, наследница Нильфгардского престола, избрала жизнь на пути ведьмаков. Геральт научил ее всему, что знал и умел сам, а затем каждый пошел своей дорогой. Вскоре легенды о подвигах ведьмачки с пепельными волосами разнеслись от Яруги до гор Ковер. Геральт, хоть и тяжело в это поверить, наконец-то бросил якорь в далеком Ковере. Вместе с Трис они обустроили там теплый дом, в котором всегда пахло свежеиспеченными пирогами, а гостям были рады вне зависимости от дня и часа. Ведьмак иногда еще брал кое-какие заказы, но скорее по привычке, чем по необходимости. Ведь, будучи королевской советницей, Трис зарабатывала более чем достаточно.